Водку я уже всей группе добавлю. Здесь мы выключим. Даже выключена водка. Сделаем вот так. 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 Ладно, я, если что, буду в соседнем канале. Здорово, ребят, друзья, на связи. Мы тут сейчас немножечко в колдыньку поиграем, чтобы вас поразвлечь. И, собственно говоря, пока видос делается с превьюхой, будет в пятницу видео. Такие дела. Вот, а это дневной стрим для любителей гейминга, для любителей Call of Duty, если такие еще существуют в природе. Ну, такие существуют в природе, конечно, мы об этом прекрасно все знаем. Сейчас я на планшете открою страничку, чтобы читать чат, потому что чтение чата – это выражение уважения к чату, а я чат уважаю. В отличие от тех людей, которые чат не уважают. Так, чат, я вас вижу. Чат, я вас прекрасно, замечательно вижу. Так, я режим только чат оставлю. Все, ребят, здорово. Ямы вали какая-то, что-то происходит. Немножечко Call of Duty дневной, чтобы вас размять, развлечь, чтобы пососать. Call of Duty Modern Warfare. Set title. Дневной релакс на агрессии. Так, ну что ж, давайте приступим. Сейчас я закрою вот это, закрою вот это. Угу. Так. Будем мы играть в какие режимы? Ну, Domination можно поставить еще, конечно. И 10 на 10 машпит. Меня это устраивает. Хотя просто можно 10 на 10 машпит оставить. Там мясо. Прикольно. Здорово, чат. Привет, ребята. Спасибо, DMZSM. Я напоминаю то, что вы можете поддержать стримы и производство видео. А следующее видео будет довольно важным. Там будет довольно интересная аналитика. Так что рекомендую посмотреть. Вот. А там уже на Last of Us я, наверное, 2 недельки возьму в мае. Я, наверное, две или три недельки над ним поработаю. Хочу большое видео сделать, такой прям колоссальный обзор Last of Us. Подпивкович в чате. Здорово, чат. Они уже год не могут picture через нативные API Android сделать. Предъяви им за это. Итак, нас куда-то забросили. И, скорее всего, моя команда сосет. Headquarters! Enemy! Так. И Андрей сразу начинает с жесткого фрага. Ну, то есть, как бы... Ну, а чё? Не, ну, а чё? И меня сразу отымел парень в маске для мастурбации, как вы видите. Кстати, я хочу предъявить претензию. Дело в том, что у нас раньше, у нашей мини-команды был тег G12. А сейчас почему-то тег куда-то пропал. Ну, в том плане, что как будто бы разработчики удалили какие-то оскорбительные потенциально для кого-то клантеги. А, видимо, клантег G12, он очень оскорбителен для жителей... Для жителей вот этого вот... Ну, вы поняли. Урзакистана. Понимаете, урзакистанцы возмущены. Блять, моя команда, тут никого нет. И эти дебилы стоят и смотрят. Действительно, почему они проигрывают 0.60? How unexpectable! Ну, то есть, видимо, G12 для урзакистанцев стало... Жители Урзыки пожаловались в Infinity Ward, мол... Так, ребят.
Так, вот нет, там вот так я перестреливаться не буду. Вот это называется поражение. Вот я сейчас испытал поражение. Потому что увернуться от такого количества гранат попросту нереально. Ну, мы на релаксе играем, поэтому не ожидайте от меня too much, как говорится. Ага, spawn disabled, понятно, надо съебывать отсюда. Блять, игра, дай мне уйти, пожалуйста. В этой игре, я думаю, скоро будет больше станов, чем в Overwatch. Ну ладно, я не против, можно и так, такое развитие событий допустить тоже. В этой игре реально со временем скоро будет больше станов, чем в Overwatch. Не понял, там парень. Бля, человек в маске для мастурбации меня опять порешил. Я не могу. Учитывая, насколько молодежь... Ну, как уже? Уже не молодежь, наверное. Насколько дети любят ГОСТа, я не могу воздержаться от шуток про то, что это маска для мастурбации. Из этого старого мема. Такая, знаешь, секретная маска, чтобы родители не узнали, чем ты занимаешься. Сколько надо еще пуль попасть в этого человека, чтобы он прекратил свой жизненный путь? Вот. А, блядь, не стреляй! Не стреляй! Блядь, как я это сделал? Это же бред, это ненормально. Вот то, что сейчас произошло, это ненормально. Так, люди сражаются там, а я должен вызвать груз сюда, чтобы, ну так, аккуратненько, чисто. Так, enemy at the buses, то есть на автобусах должен быть враг. Если кто-то из вас находится в иллюзии, что мне не насрать на объективы, ну, это иллюзия, ребят. Мне насрать на объективы. 5 пацанов под пивом? Да нет, это Бобби Котик просто подмашнил, что первая катка после перерыва была успешной. Лично Бобби Котик подмашнил. Так. Враги побегут сейчас на мост, короче. Ну, там парень пробежал. Вот его там бы встретить, но хуй его там встретишь. Сосал все-таки, ну бывает. Ладно, ничего страшного. Это был скилл, абсолютно согласен. Чат, донатный скин из Valorant обсуждали? Нет, а что там, какой-то особенный донатный скин или что? Ну то есть... донатный скин надо обсуждать в современных компьютерных играх? Ну типа... В мультиплеерном шутере есть донатный скин. Преимущество? Так, рассказывайте. Рассказывайте мне, так. Теперь я заинтересован. Now I'm interested. Кто меня стреляет, блядь? А, с моста. А, у него обзор больше. Понятно, все. Но, ребят, ну ведь скины на геймплей не влияют. Мне ведь мама так сказала. Я ведь долбоеб и не умею думать головой. Скины ведь на геймплей ведь, ну, как бы, не влияют, но ведь, ну, но ведь... Не кемпери. Это враг, что ли?
Не понял, кто там такой дерзкий в меня стреляет? Я не понял. Я никому не разрешал в меня стрелять. Кто там такой дерзкий позволяет себе вести по мне огонь вообще, а? Так, у нас в бэклейне парень один. Я только не знаю, где он, и поэтому это довольно опасная история. Блять, ну и пидорас. Ну вот, вот, вот реально заминировался и сидит, гниль ебаная. Сын дебила. Блять, моя команда справится с тем, чтобы, сука... Так, понятно. Моя команда ни с чем не справляется в этой катке, к сожалению. Так, они вон там рисуются. Мне пиздец, короче. Long story short, мне пизда. Бля, человек маски для мастурбации меня ликвидировал. В каждой катке, когда я играю в новый код, я повторяю фразу, что сидим, кого ждем. А, ну, понимаешь, тут как бы есть люди, которым похуй. И вот, казалось бы, мне должно быть похуй, но тем не менее находятся люди, которым похуй в большей степени, чем мне, что меня всегда поражает. И у меня начинает складываться впечатление, что дело не в том, что им похуй, а дело в том, что их мозг не понимает, что происходит. То есть они, понимаешь, они не со зла. Просто они реально не понимают, что происходит. Так, я этих людей пропускаю сейчас намеренно, если вы не поняли. Для того, чтобы устроить жопный расстрел, так называемый. Как бы изъебнуться. О, ты смотри, вот это хейт, смотри, вот это хейт, смотри, смотри, хейт, хейт, хейт. Ненавижу, ненавижу. Тупо хейт. Прицел у снайперских винтовок все такая же параша? Да. Вот моя снайперская винтовка долго, по-вашему, входит в прицел? Если ответ не особо, так это ответ потому, что на ней стоят все модули на уменьшение времени входа в прицел. Все, нахуй. Так, надо гранату вон туда прокинуть, потому что иначе там сейчас крысы соберутся огромной толпой. Там парень все еще не понимал то, что, как бы, парень воевал не в том направлении немного, так бывает иногда. Он, блядь, бежит. Блять, да его ж не видно! Да его не видно там нихера в этом углу! Его, этого педрилу, там в этом углу вообще не видно было. Меня ваншотят с кара в грудь постоянно. Хочешь норм АДС, бегай с каром. А кар будет у меня регистрировать попадание в ножки. Братан, ты же знаешь, как эта игра работает. Я буду стрелять в грудь, а он будет регистрировать попадание в ногу. Мне этого не надо. Так, где там человек, который написал, может, лучше Павлов, чем колда? Сейчас, подождите, я Наполеона еще ёбну Банхаммером, чтобы он правила все-таки изучил. Давай, Наполеон, сейчас твои правила почитаем. 2 часов на это вполне хватит. Да тебя ж не видно, ты черножу... Так, меня убил кто? Понятно, меня убил великий геймер, блять, потный, СП-90. Причем, я когда закинулся в катку, тот чувак с ником Lucky Skill мою команду уже всю ебал, то есть... Моя команда уже где-то валялась и сосала, а меня только закинуло в катку. Ну, там кого-то убило, блять, опять. Его не видно, блять, у него скин, сука, его не видно! Вот, пожалуйста, не говорите мне, что скины не влияют на геймплей, ваша мать умрет от рака, его не видно, сука, на фоне карты! Мать Бобби Котика на геймплей не влияет. О, Зулюль, блядь.
О, блядь, долбоёб бежит, меня резнуло в 2 метрах перед ним. Ладно. Его не видно, блядь! У него голова арбузного цвета на фоне серого кирпича. Ну вы посмотрите, ну вы это видите? Это не имба! Это не имба! Нет, это не имба, это баланс, это киберспортивно. Вот любой, кто это оправдывает, долбоёб. Вот любой, кто это оправдывает, долбоёб. Любой. На фоне, сука, серого бетона животное в сером костюме. Действительно, никакой имбы вообще. Абсолютно нормальный, сбалансированный скин. Ну, там животное сидит, от него видно только блик прицела, блядь. И да, это платный скин, либо скин из батл пасса. Ну да, но без лутбоксов, да, можно. Ведь если лутбокс... А вот это же релизный скин. Вот это, ребят, скин с релиза, и поэтому его отлично видно на фоне карты. Действительно. Ну покажи, ебальник. Какое совпадение. Релизные скины. Релизные скины видны на фоне карты более-менее, хоть как-то, и то не все. А вот эти пострелизные, сука, маскируют лучше из батлпассов. Play of the game, блядь, зато. Ну вау. Ну круто, ну спасибо большое. Нет, негр и Крюгер скорее исключение. А теперь они вводят скины, которые типа мужик из мусора. Ну, Garbage Man, вот это вот. Городской камуфляж, просто пиздец имба. Вот это вот серое чмо. Серое чмо на фоне серых карт, который бегает, типа Shadow Company, наверное, это скин, да? Я понятия не имею, что это скин, но я почти уверен, что это скин Shadow Company из Modern Warfare 2. Но это же просто пиздец. Фотографировал противников, так вы понимаете, это можно математически доказать. Можно математически взять модельку противника, посчитать на ней средний цвет... Ну, то есть просто усреднить пиксели по RGB модели и посмотреть, какой дифференциал у среднего цвета персонажа и у среднего цвета задника карты. Ну, это очень простое. Ладно, хорошо, самого выделяющегося места на персонаже, предположим. То, потому что бывает там в Black Ops, например, в четвертом Black Ops наличие скинов компенсировалось тем, что у персонажей на... ключевых точках были светящиеся неоновые лампочки, если вы помните. Ну, то есть, там красный неон все время подсвечивал, где персонаж. Здесь этого нет. Здесь скины влияют на геймплей. Любой, кто будет это отрицать, долбоеб. Ну, либо дальтоник, я не знаю. Фильтр резкости рекомендуете поставить? Давайте попробуем, кстати. Собственно, что я теряю? Я не уверен, что это поможет, но как бы что я теряю? Резкость. Ну, поставил резкость. Ну, картинка-то пореже стала. Вопрос в том, будут ли скины лучше видны. Я тут. Я вернулся. Так, Ark Love Peak. Потрясающая карта. Ark Love Peak. Очень ее люблю. Нет, в эту игру невозможно научиться играть, поэтому я написал, что на релаксе и агрессии. В эту... Это... Слушайте, в Black Ops 4 можно немножко подзадрочить, и в Black Ops 4 ты будешь умирать от способностей в основном. Ну, то есть тебя будут убивать в основном способности и ультимейты. Здесь, ну, как бы, ну, да, ты можешь стрелять уметь. Наверное, это тебе поможет до какой-то степени. Ну, там парень был. И он больше оттуда не вылезет в ближайшие 1.5 года. Нет, он вылезет и отъебет меня. Так, не понял, подождите.
Окей. Ну просто это очень странно, то, что он меня вот так вот взял, даже не разглядел как следует и убил. Окей, типа. Почему сейчас у меня... Так. Я его взорвал, но... Блять, он какой-то... Вот этот парень с ником Клосс какой-то ебать странный. Я ему не доверяю. Парень с ником Клосс кажется мне каким-то странным, если честно. Ну, то есть я его сейчас убил, конечно... Вот это что такое? Ну, этого убили, окей, предположим. Это что такое, дробовик? Ну, ок. Ладно. ТТК вроде нормальная, ну как сказать нормальная? Оно здесь вдвое больше, чем в Code MV, в Code MV2 и в Code Ghosts. Оно здесь в два раза больше, чем в Code Ghosts. Не, конечно, не в пять раз больше, как в Black Ops 4, да? Оно здесь такое moderate, moderate. Но оно здесь в два раза больше. Это чтобы у вас иллюзий не возникало. Блять, да отъебись, дядя. Что ты тут делаешь, мутант? Вот на этой позиции, где я, меня могут уебать с пяти направлений, нахуй. Вот реально. Да иди нахуй. Любая позиция в этой игре около самоубийственная, к сожалению. Да умирай, ёбаный рот, а. И меня убил человек, который... Вот это да, вот это профессионал. Не, по сравнению с Black Ops 4, да, но получше. Но, короче, в COD 4 с убойной силой у тебя time to kill был, ну, где-то 107-120 миллисекунд. Здесь в районе 250 миллисекунд time to kill. В COD 4 полсекунды, в COD Black Ops 4 полсекунды. Personal Radar, бля, вот это Game Changer мне, конечно, выпал. На самом деле, я не люблю там дезматчи вообще ни в одной Call of Duty, по одной простой причине. Хаос говна. Не, ну, то есть, я люблю тем дезматчи в 4-й Call of Duty, потому что там карты делал мне олигофрен. Вот там парень, и он просто меня перестреляет, потому что у него оружие больше под рейндж заточено, чем у меня. Должен перестреливать был, во всяком случае, но не перестрелял. Почему, я не знаю, потому что он может себе, видимо, позволить. Там enemy, кстати. Пишет, прям как жизнью, ебать, как откуда угодно могут. А эта игра не... Ну, я уже понял, что это юмор, потому что ну, это аргумент для дебила. Вот, блядь, откуда в меня стреляют? Откуда в меня стреляют? Игра, ты охуела? Откуда в меня стреляют, блядь? Откуда в меня сейчас стреляли? Откуда в меня, блядь, сейчас стреляют? Ладно, классный спрей-паттерн у калаша, спасибо большое. И это еще у него 5.56 стоят. Это враг был? Вау, прикольно. А там вверху тоже два врага. Прикольно. А их просто отличить нереально от своих. Я думал, там свои. Ну, типа... Блять, я не знаю. Эта игра такая хуевая. Можно стрельбу из нее просто извлечь? Графония, все остальное я переделаю. Просто... Просто дайте мне... А, да, извините, тут же мод-тулзов нет, потому что если бы вышли мод-тулзы, комьюнити бы показало разработчикам примерно секунд за 10, какие разработчики конченые хуесосы. Если бы для этой игры дали мод-тулзы... Ну, то есть, ну, вы поняли, набор инструментов для модификаций, разработчики ощущали бы себя боссушами в течение 2 месяцев уже. Они бы чувствовали себя некомфортно. Какой-то ковбой сдох. Вот этот парень с ником Клосс меня очень сильно напрягает, он очень странный, мне кажется. Я не знаю...
Ну, то есть, я не знаю, Клосс, он как бы, ну, я его убиваю, но, тем не менее, он мне кажется очень странным парнем. Я бы за ним проследил повнимательнее. Тем временем у нас на правом фланге Джиггернаут. Раскручивает свой скиллозависимый автомат. Он туда, наверное, полезет, хуй его знает. Мистер князь. И меня уебали. Ладно, я просто забываю, что АКСУ это не ПП, с него с бедра стрелять нельзя. Это такая игра чисто казуально пофаниться, то есть, ну... Если вы чувствуете себя казуальным фанером, человеком, который любит casual gaming, это та причина, по которой они не стали мультиплеер в МВ2 делать. Знаете почему? Ну вот вы не поверите, потому что... А кто будет играть в это говно, если они мультиплеер МВ2 вернут? Так ты никто, блядь. Нет, я буду первым человеком, который бы ливанул отсюда. Не понял. Так, а что это у меня за оружие в руках, кстати? Я не знаю, что у меня в руках за пушка... Но она стреляет вроде, кстати. Какие-то мины, пиздец. Я не пойму, где я? Что здесь происходит? Какие-то мины везде стоят. Я не... Чё происходит? Донбасс какой-то. А, да, серьезно соревноваться можно в Insurgency, в Titanfall, в Quake Champions, но там маленький онлайн. А, и то там свои проблемы, насколько я понимаю. Но Quake Champions, она хотя бы, ну, пытается, чтобы, типа, честная между игроками дуэль происходила. Вот, к сожалению, это правда. Бля, вот из этой ситуации есть ноль выходов. Просто ноль. Я могу только вот так сделать, и все. Я вышел из ситуации, с которой ноль выходов. Ну что ж, героически. Все, подобрал, зарегал мое убийство. Молодец, мальчик. Да иди ты нахуй! Это, блядь, какая же ты мразь гнилая, а? Залез туда. Insurgency после недели бесплатных выходных превратился в casual-помоечку. Так чего там плохого? Трахай казуалов, наслаждайся. Трахай казуалов, наслаждайся. Ах, извините. Позволяю себе отвлекаться от этой великой игры. Игра-то великая, отвлекаться нельзя. Оу, это же стандартная инвестиция. А, спасибо, Хэнкс Бьорн. Слабо чувствую донаты на игровом, сука, в стриме. Алла, это чат, правда. Где ваша совесть? Исправляем ситуацию. Хэнкс Бьорн, спасибо, а то я уже забыл, что я стримлю, кстати, даже. Я уже забыл, что это стрим вообще. Я забыл то, что я жадный, алчный пидорас, который должен хотеть ваших денег. Вау! Вы видите, что в меня стреляло? В меня ебучая скала стреляла! Вы это видели? Вы это видели? В меня стреляло тупо кусок скалы. Тупо из стены летели пули. Хорошие, сбалансированные скины. Просто охуеть. Ну это релизный скин, его еще можно как-то задетексить. Я не понял, долбоеб с миниганом Ребят, это что-то новое, долбоеб с миниганом кемперит в углу. Это что-то... Типа, ладно, ок. Меня мать к такому не готовила, конечно. Ну, мы, конечно, выиграли, но это было очень странно. Попробуй плейлист Клаустрофобия, там только маленькие карты. О, да, Шитмент, да? Там Шитмент есть? Если да, нет. О, чисто по скиллу парень уебался с Джокера. Чисто по скиллу.
Да, шипмент — это где 4 ящика. Commendations, и что это такое нахуй? Что такое commendations? Что игра от меня хочет? Так. Надо соорудить какой-нибудь мощный билд. Так, я не понял. Мне АСМГшку мне новую откроют, страйкер. Get to kills with sliding when using an SMG in 15 different matches. А, понятно. Два убийства в скольжении, тогда я открою себе UMPшку. Ну, ок, посмотрим, может быть. Парень пишет, хочу поиграть в Titanfall, но хз, потянет или не. Короче, сейчас открою секрет. У игры есть так называемые системные требования. А еще можно на Ютубе свою конфигурацию названия игры вбить, и узнаешь, как она будет работать. Шок. Итак, Хэнксбьорн, особое спасибо за то, что он помогает нам держаться на плаву. Ну, можно взять калаш, но мы все знаем, что калаш говно. Ладно, возьму бизон. Так, наша команда собирается сосать. У нас все скины заметные, судя по всему, да? Только вон справа от меня какой-то Escape from Tarkovitz. Моя любимая карта в МВ — это Хокни Ярд. Хокни Ярд — это не худшее, что есть в МВ, так что нормально. Меня отъебал парень просто на основании того, что у меня ПП, а у него чё-то, блядь, так... Почему ты туда целился, пидор? Почему... Короче, ладно, будем считать, что это дефолт. Короче, игра вызывает у меня положительные эмоции, как вы понимаете. Но будем считать, что он просто чекал дефолтный ящик. Но если он чекал не дефолтный ящик, а квадрат через стену, я вообще не буду удивлен. Да умирай, блядь, чё ты? Как ты попал мне за спину бесшумно? Как? Ладно, хорошо. Не, чувства скорости в современных шутерах нет, чтобы казуалов спина не ломалась. Они же с Titanfall убегают, их там ебут, им тяжело, поэтому они уходят. Короче, Небожанов, твой охуительный совет с резкостью, он, конечно, помог, но, конечно, слабо. На самом деле нет, он вообще не помог. Привет, Радбер. Там парень клеймор, походу, вхуярил себе уже. Вау, бля, вот это да. Я только что понял, что это враг вообще. Что меня убило только что, и как вы на такие... Это хакер, ну вы это видите? Вы видели, куда он стрелял? Он стрелял по квадрату, хотя там три стены было. Это хакер, блядь. Это хакер. У них из гриф это хакер, он стрелял в стену, которая очевидно не простреливается. Очевидно не простреливается. Какая хорошая игра, вау. Я зашел на... Привет, Андрюша. Здорово. Из гриф меня убивает. Великий человек. Ты можешь заглянуть ко мне в гости? Подожди, я сосу у хакеров, это очень важное занятие. Никто не спорит. Это еще не финальная версия. Можно умереть, пожалуйста, спасибо большое. Что меня убило? Нет, чтобы минные клеймеры повсюду ставить, надо быть мега-мозгом, это нормально для этой игры. В рамках этой игры это нормально. У меня ГПУ опять до 80 разогревается, это намек типа почистить компьютер. Ладно, хорошо, видеокарта. Блять, он меня отъебал просто потому, что у него не дефолтная UMP-шка. Прикольно.
пишут, лучше в колде Battle Royale работает лучше, чем основной мультиплеер. Да, да, так я даже объяснял, почему. Потому что игра для дрочеров, а Battle Royale это жанр, который подразумевает, ну, типа, дрочерский геймплей. Поэтому они как бы нашли друг друга. Battle Royale и Call of Duty. О, бля, тупо от скилла отъехал. Смотрите, смотрите, смотрите. От фугаса не уйдешь. Пишет, возьми МП5 и ебишься, что Небожанов все еще имеет какие-то иллюзии по поводу того, что в эту игру можно научиться играть, блять. В эту игру нельзя научиться играть. Можно адаптироваться к тому, как эта игра говно. Так, давайте к Зорику зайдем в пизду, блять, эту катку. Нет, игра помойка, конечно, абсолютнейшая. Игра, конечно, помойка для долбоебов. Надо ее просто снести и не возвращаться больше в нее. Так, Зорик мою превьюшку делает. Сейчас посмотрим, что там у Зорика. Не, забейте. Единственная причина, по которой я эту, играю в эту игру, потому что индустрия AAA-шутеров опарашилась. А, я бы подумал только над дизайном цифры 6. Остальное все довольно прикольно. Вот. Что ты хочешь, чтобы я сделал с дизайном цифры 6? Ну, не знаю, у нее, типа, там есть в этих самых каких-то слитых материалах, на нее выглядит, как будто она золотая или типа того. Ну, посмотри, там есть логотипы, типа, GTA 6. Вот. Такие же придумки от таких же мамкиных дизайнеров, разве нет? Но она не будет такой логотип иметь. Этот логотип мог Артемий Лебедев за 100 тысяч придумать. Так, Андрюша, Гоф, Титанопад. Подожди секундочку, мне человек на 2 часа должен отлететь на изучение правил группы. Кирш, давай, хорошего чтения правил группы. Про вот это, что ли, Андрей? Да. Сейчас картинку в новую вкладку. Рекомендуют бегать щитом на жопе. А я предлагаю вообще не бегать в эту игру, как бы. Ну давайте попробуем щитом на жопе побегать, чисто поражать, кстати, прикольно. Вот в ТС-ке то, что лежит. Ты про вот это, что ли? А у меня щит не открыт. Это же стандартная инвестиция. Кстати, о Тайтонфоле. Где можно узнать твою статистику? Тот пост в группе ВК еще актуален? Да. Мне бы не помешал подобный вот ориентир, это, да? Чтобы осознавать, насколько далеко я еще от уровня по-настоящему хороших игроков. Тот пост в группе актуален, потому что с тех пор я не играл в Titanfall, и плюс я не хороший игрок в Titanfall, потому что, чтобы быть не хорошим, надо задрачивать еще больше. Lost Vegas, спасибо большое. Зорик, что ты хочешь? Говорю, открой ТС-ку, ты про вот этот логотип? Да, ну не про этот, но типа такого, да, типа вот что-то вот. Это единственное, что я вижу сейчас в гугле. Ну типа вот такого, да, что-то вот, что-то желтенькое. Люди любят желтенькое, оранжевенькое, это потешные цвета, яркие, клевые, лучше розового, да. И главное, что логотип должен быть, ну ты понимаешь, цифры должны быть прозрачными у них, они не черные. Это я думаю, ты понимаешь. У тебя цифры полностью забиты черным. А, ну я это выберу. Ну, вот, я все. Это делал по примеру другой привычки. Ну, в остальном, да, очень круто. Так, перк на 2 основных оружия. Ну, давайте попробуем разочек, но, по-моему, конечно, это хуйня все абсолютнейшая. Лучше просто не играть в эту игру. Утверждаю. Лучше просто не играть в эту парашу. Ну реально какая-то хуйня абсолютнейшая. Ну споттера можно себе взять как бы. А тут у тебя вместо оверкилла гоуст есть великолепный. А тут киллчейн. И мне предлагают МП5 взять и ебать все живое. Ну, можно попробовать, конечно, теоретически. Это у меня сейчас звук был или у тебя? Это у тебя звуки, понятно. Все хорошо, Зорик. Перк на 2 основных поставил уже код 4? Нет, не поставил. Так, давайте заоборудуем это дерьмо. Так, убираем вообще нахуй прицел. Прицел это, блять, от сатаны, сука, придумка сатаны. Так, hipfire accuracy, где это? Во, заебись. О. Пришло время к жесткой кастомизации. Во, сука. Великий билд готовим. Готовим великий билд.
чтобы прям все школьники орали. Спасибо, Алёша Дилдобилдер, чтобы все школьники при виде моего скина прям такие: «О боже, нас страхнул реальный батька!» Алёшка Дилдобилдер? Да. Интересно. Не понял, а еще вот такой вот есть. О, бля, пафосно, пафосно. Это же стандартная инвестиция. Все, великая кастомизация завершена. Здорово, Дрю. Закидываю небольшую инвестицию. Смотрел бы каждый Агригном, стрим, спасибо. Но не могу из-за разницы в часовые пояса. Не вопрос. Я стараюсь иногда проводить что-нибудь для жителей Дальнего Востока. А еще у них есть новый пистолет, который можно открыть батлпассом. Угу, понятно, ладно. Так. Открывай. Теперь Дигл. Ну, пусть будет вот этот Дигл. Сейчас мы его немножечко кастомизируем. Так. Enforcer, да, спасибо большое за Enforcer. Muzzle Break, разумеется, Muzzle Break надо ставить. Хотя можно и Suppressor поставить. Ну, оптика тут нахуй не нужна. Lightweight Trigger, да. Вот так можно еще сделать. Да. Ну и вот это вот, типа, можно оставить. Нормально будет, в принципе. А, тут у меня и так 5 штук всего стоит. Леталка 7, так спускай будет. Ну вот, можно с этим побегать, пососать. Но опять же, сейчас меня закинет на ранжовую карту. И на ранжовой карте МП5, ну такое, типа. Мара, конечно, секси. Особенно тот ее скин, где она голенькая, и у нее руки тонкие, а грудак такой, как будто она 200 от груди жмет. Это очень потешный скин. Ну, Мара секосная, ничего тут не сделать, да. Так, а что-то у нас по нашим, по русичам, по врагам народа. О, чисто такой, вот чисто Зорик, ребят. Давайте за Зорика поиграем немножко. Зорик, ты не будешь против? Я за тебя поиграю. Блять, у нас опять град начинается на улице. Сейчас за Зорика поиграем, нормально будет. Не подведет, не подведет. О, Хадор Хайдаут. О, великая карта. Так, можно не лагать? Хадор Хайдаут. Так, вот это тот билд, который я делал себе, да, вроде? Ладно, поехали. Так. Ну, тут меня перестреляли большей боевой силой, да, тут как бы ничего не сделать. Это стандартная инвестиция. Спасибо за инвестицию. Это инвестиция от босса Релик. К сожалению, приходится играть, так для меня это нечто среднее между Battlefield, Rainbow Six и CSGO. Пока что нормальных шутеров нет. Так это и проблема, оправдание то, что вот что вы в это играете, так это единственная причина, потому что годами индустрия не поставляет годных AAA-шутеров. Блять, на дереве какой-то бабуин сидел. Спасибо Андрею за подрубку раннего по меркам. Спасибо, Робер. Дрю. Спасибо, да не за что. А еще очень люблю, когда меня кидают в катку, в которой моя команда уже как бы сосет. Уже как бы сосет, но меня закинуло в нее, anyway. Вот там парень, кстати, есть тоже. Лежим. В этой игре главное это лежать, нахуй. Лежать тихо и спокойно. Блядь, не хватило патронов, чтобы убить человека. В этой игре главное лежать. Это основное. Если ты... Вот смотри, вот эти люди, они... Вот смотри, блядь. А знаете, почему люди так ходят в эту игру, как долбоебы? Потому что АДС 3 года, сука. Есть ли тут прострел? Конечно же, нет тут прострела. Как можно было подумать, что в этой игре будет прострел? Ведь прострел, он даст преимущество игрокам, которые знают карту, над игроками, которые не знают карту. А мы этого допустить, как вы понимаете, не можем. Это неправославно. Чтоб в нашей игре...
чтобы в нашей игре прострелы какие-то появились. Вы чё? Это недопустимо абсолютно. Прострел, бля. Вы подумайте вообще, что вы говорите. С4, твой лучший друг. Я хочу прострелить стену и все. Вот эта стена, вот это окно говёное, оно должно простреливаться на вылет, нахуй. Кто меня отъедать, посмотрим. Я чекаю. Я убиваю. Блять, реально, нет, эта игра такая помойка, я не могу в это играть. Я не могу, я просто признаюсь, что я не могу в это играть. Вот Black Ops 4 это просто вершина, блядь, геймдизайнерского искусства на фоне этой помойки. Вот я сейчас человека убил абсолютно по скиллу, я его застанил, а потом ебанул. Абсолютно легитимное убийство. Абсолютно по-честному убил парня. И меня убило в спину то, что резнулось у меня за спиной. А что не так с этим челом? Да ничего, он просто пассивно играет, как и все в эту игру. Все, кто поняли суть этой игры. Суть этой игры, вот, показываю. Блять, я не успел встать на сошки. Короче, надо подойти к укрытию. Вот так вот. Опа! Все, вот это суть игры. Вон там парни, удачи. Он выжил еще, нихуя себе. По-моему, МП5 превратилась в говно, которое понерфили. Потому что раньше она ебала все, а теперь ее понерфили. По-моему, Небожанов идет нахуй со своими советами, потому что МП5 превратили в говно нерфом. Раньше она действительно ебала все, что движется. Теперь она абсолютно ничего не ебет. По-моему, Небожанов меня просто наебал. Как это обычно бывает у нас с ним. Паркур! Бля, да, точность стрельбы от бедра просто пиздец, конечно. ТТК 144 в 9 мм, 146 в 10 мм. В каких условиях? Нет, просто в эту игру не надо играть и все. Ну или надо играть на лютом чиле таком. Просто нахуй бомбу. Не, в пизду, вот смотрите. Вот это ебо... Во! Смотри, разбирается. Вот он игрок будущего. Наконец-то будущее наступило. Вот оно животное, которое умеет в это играть. Вот он. Как долго я его ждал. Вот он. 10 лет назад предсказывали, что все в эту игру будут играть именно так. Все играют именно так. Вот и сюрприз, блядь. Ну, человек в маске для мастурбации не справился со мной в этот раз. Блядь, там ебло стояло и дрочило просто. Что меня убило сейчас? Почему он на меня через стену посмотрел? Почему он на меня посмотрел через стену? У меня ГОС стоит, перк. Почему он на меня через стену посмотрел? Господи, я не могу, сука. Нет, я... Так, клеймор года, блядь, просто. Пиздец. А, в пизду. Стан, флэш, клеймор, говно, санина, за углом, еблан, на зетке сидит. Короче, моя оценка Call of Duty Modern Warfare на апрель 2020 года. 3 балла из 10. Она запускается, и в ней неплохой графон. В ней хорошо стрелять. Все остальное, карты, мап-дизайн, левелинг, монетизация, полное говно. Людей, которые за это ответственны, можно расстрелять. Ну, ладно, хорошо. Обоссать. Просто обоссать. Полное говно. Любой, кто с этим не согласен, говноед в терминальной стадии. В терминалочке. Просто вот любить Call of Duty Black Ops 4 я могу еще понять, за что. Любить эту игру, ну это терминалка уже. Можно кратко. Был эффект вау после похода к психологу в 2017.
Каково твое мнение спустя 3 года? Никакого эффекта вау не было, психологи абсолютно бесполезны. Только психиатры, только психотерапевты, только клинические и только с антидепрессантами. Все эти попизделки практически бесполезны. Если только ваши проблемы не связаны с тем, что вы туповат. Вот если вы туповат, то психолог может вас приземлить и объяснить вам, как работает реальность. Тогда это вам поможет. Если вы очень умный человек и вы в депрессии, вам поможут только таблетки. Поэтому я рекомендую психиатры, психотерапевты, клинические, врачи, больше никто. Ни коучи, ни гуру, ни попы, блядь, не терапевты, только в клинику и только к профессионалу. Все. Мне кажется, надо оглушить флешкой, а потом взорвать клеймер. Да, да, да. Блять, флешкой оглушаешь, ставишь перед лицом человека клеймер, стреляешь ему в лицо из РПГ, кидаешь в него семтекс, и потом закрываешься от него щитом. Нет, это игра параша, просто пиздец. Я не знаю, почему я это играю. Блять, я лучше Valorant обратно поставлю. Я клянусь мамой, я лучше Valorant буду играть, чем в эту хуйню. Лучше Valorant просто блеклая хуйня. Valorant просто блеклая хуйня. А это просто концентрат помоев. В пизду, короче. Просто в пизду. Ну, Warzone тут норм в пати играется. Ну, Warzone... Нет, кстати, Warzone, да, Warzone играется более-менее по одной простой причине. Эта игра, я уже сказал, она заточена под пассивный, слабоумный дрочь. А Warzone, будучи батл-роялем на большой карте и с такими нормальными дистанциями, она гораздо лучше подходит под такой игровой стиль, где вот ты сидишь и дрочишь. И поэтому в Warzone это кажется, ну, нормальным. Но когда ты совмещаешь это с run-and-gun геймплеем Call of Duty, получается хуйня. Ну, мы дошли до того, что в Insurgency, полуреалистичном шутере, рашить проще, чем в этом хуйне. В Insurgency реализм там есть, там люди с 2 пуль умирают, там рашить проще, чем в этой хуйне. Ладно, короче, давайте я пока что отключусь, потом подключусь. Вот таков план хитрый мой, потом, попозже. Как минимум ток-шоу в 8 вечера точно будет. Давайте, ребят, до скорого, скоро увидимся. Сейчас, секундочку, если кто-то донатил, сейчас на донейшн отвечу. А, нет, пока никто не донатил. Ребят, в 8 часов ток-шоу, жду.